Павел Крымов, человек, которого связывают с финансовыми пирамидами и махинациями. Сейчас против него выдвинули обвинения в Казахстане и ведется расследование. БКС Форекс решил не баловать своих трейдеров и теперь будет взимать плату за неактивность. А Spotoption объявила о запуске новой платформы, разработанной на основе блокчейна. Подробности уже через секунду. Здравствуйте! В Казахстане вовсю идут поиски крупного мошенника Павла Крымова. Именно эта фамилия связана с печально известными форекс-пирамидами Forex Trend, Pantheon Finance, Скополина и другими. На данный момент полиция просит всех пострадавших граждан Казахстана связаться со следователями. Как установило следствие, в конце 2014 года Крымов посредством интернета знакомится с неким гражданином и обманным путем выманивает у него $3000, обещая колоссальнейший доход. Прибыли этот гражданин получил $7200, и далее он уже вкладывал в махинации Крымова более крупные суммы на доверительной основе. И так продолжалось до текущего года, пока сумма не дошла до $75000. Напомним, что в 2015 году Павел Крымов исполнял обязанности директора по развитию компании Скополина Трейдинг Лимитед, управляющей брендами Forex Trend и Pantheon Finance, которые впоследствии оказались финансовыми пирамидами, и исчезнул он вместе с внушительным капиталом инвесторов. Что удивило меня, Павел Геннадьевич ведет активную деятельность в интернете. У него есть собственный блог, в котором он дал комментарии по этому вопросу. Крымов с уверенностью пишет, что эти обвинения полная неправда, и он уже готовит иск в суд о размещении ложной информации и нанесении ущерба деловой репутации. БКС Форекс, офшорный брокер, решил ввести плату за простой клиентских счетов. Начиная с понедельника, трейдер, который не провел ни одной сделки в течение последних 6 месяцев, будет платить своему брокеру 10 евро за каждый следующий месяц неактивности. БКС Форекс уведомил своих клиентов об изменениях условий сотрудничества, однако он не первый брокер, который вводит плату за простой. Ранее в этом месяце эстонский форекс-брокер Admiral Markets также уведомил своих клиентов о подобных нововведениях с той лишь разницей, что неактивным счет считается по истечении 2-летнего срока бездействия. Также стоит напомнить, что БКС Форекс до сих пор ожидает решения Банка России по вопросу выдачи лицензии российского форекс-дилера. А пока компания принимает клиентов от лица БКС Форекс Лимитед, зарегистрированной, как и многие другие форекс-компании, в офшорах в Сент-Винсенте и Гренадинах. Кроме того, компания имеет регистрацию на Кипре. Spotoption, ведущий поставщик торговых технологий в области бинарных опционов, анонсировал запуск торговой платформы на базе блокчейна. Решение будет запущено через новое подразделение компании SpotChain. Как рассказывают в компании, платформа будет представлять собой P2P-площадку, сфокусированную на децентрализации. Таким образом, трейдеры смогут обмениваться смарт-контрактами между собой, что автоматически позволит им осуществлять транзакции в режиме реального времени. SpotChain пообещал, что обязательства онлайн-операторов будут выполняться автоматически, и это незаменимое доверие между брокером и трейдером принесет успех и процветание индустрии на совершенно новом революционном уровне. Буквально на прошлой неделе Spotoption анонсировала добавление криптовалют в свою последнюю версию торговой платформы Spot 5. Теперь для клиентов компании на платформе Spot 5 будет доступна торговля более чем 30 криптовалютами, включая биткоин, лайткоин, эфириум, рипл и дэши. Такими новостями мы завершаем эту неделю. Выпуск подготовлен совместно с редакцией Forex Magnates. Хороших вам выходных!